Добрый вечер, друзья. Сейчас 21:00, 9 часов вечера в Архипосьмовке. Мы на улице Пограничной. Но вышли на Пограничную погулять. Мы всегда гуляем либо на Школьной, либо на Пограничной вечером. Как видите, движника никакого нету. Абсолютная пустота. Я имею в виду то, что касается людей. Сейчас идет, еле-еле идет дождик. Здесь сложены мусорные пакеты. Завтра заберут. Ну, видите, у нас все так вот, как сказать, ну, хорошо сделано, что в пакетиках все аккуратненько. Юбки цветут. Вот, пожалуйста. 9, даже 9:30, наверное, уже вечера. Мы вышли. Вот. Такая мини-ночевочка по Архипосьмовке. Выйдем на набережную сейчас прогуляться, посмотреть. Может быть, там есть еще освещение сейчас. Ну, на Пограничной всегда есть освещение. Тут фонарей, как у дурака Махорки. Вот. Чубася ведет меня с таким вот розовым прикольным флекси. Называется. Еще сделано в Германии. Сделано в Германии. Куплено. Бог знает, когда еще, до всех этих санкций. Очень хорошая штучка, что касается одной собаки. Если одну собаку водить. У меня же был еще Спайк, и я их двоих водил, но там был другой поводок, двухсторонний, для того, чтобы они вместе были. А тут одна чубася у меня сейчас. Тут вот вилла Лючия. Или вилла Люсия. Не знаю, как она там правильно называется. Вот меня спрашивали, друзья, кто работает зимой. Вот оно, Арго. Дальше вот прям по курсу на 12 часов Калибри. Зимой работает как отель. Я сегодня же шел. Или вчера. Вчера, по-моему. Или сегодня. Там девушка мыла окна. Я спросил, она говорит, мы зимой работаем. Так что можно зимой здесь остановиться. Цена, сказали, от 2500 за сутки. Но это вот, посмотрите, видите, прямо вот Калибри и вот море. 2500 за сутки. Так что, вот так что. Кто захочет, пожалуйста, приезжайте. Это по Пограничной. Выход на набережную. И вот оно, Калибри. Работает легенда. Тут же магазин продукты, но они работают только летом. Столовая Кашалоп. Кашалоп. На набережной свет отключили. Свет, освещение только то, что дает у нас кафе Легенда. Очень ярко. Вот эти вот новогодние гирлянды там или что, я не знаю. Зато есть освещение вот с этой стороны набережной. Ну, пойдемте сюда, прогуляемся, посмотрим. Друзья, это видео я выгружу на канал «Жизнь Архипосьмовки». Но ночевки, знаете, вот сейчас, внимание, кому понравится, добро пожаловать на мой канал «Валерич».
Вот. Валерич, я, значит, сделаю либо сейчас вот здесь сверху подсказку на канал, переходите. Вот с правой стороны наверху сейчас будет. Либо в описании будет ссылочка сверху на канал Валерич. Ночевки я выгружаю туда. Вот. Если вы смотрите канал «Жизнь Архипосьмовки», то знаете, что у меня два канала, я на два канала работаю. Один канал у меня про Архипосьмовку только, а второй канал про все. Значит, у нас тут штормик сейчас. Не знаю, видно, не будет. Будет, не будет видно. Вот море. Вот оно, ночное море. Ночная Лаки. Набережная Архипосьмовки. Ну, пойдемте туда, сходим, прогуляемся. Посмотрим. Лаки сейчас там что-то нюхает, ходит. Сейчас понюхает и пойдем. Так, вроде бы все. Я просто ставил на паузу видео. Что-то она у меня стала хромать. То ли сейчас на что-то наступило, то ли что-то произошло. Не знаю. Ну, вроде как это. Ну-ка, Лаки, пройдись. Нет, все в порядке. Просто там вот был момент, когда она вроде как хромала, знаете. Может быть, лапку поранила или что-то еще. Ну нет, все нормально. Вот, бежит рядом. Все хорошо, слава богу. Не хватало нам еще раненых лапок. Там той лапки-то 2 квадратных сантиметра. Вот такая набережная ночная. Столовая «Радуга». Кафе «Зевс» столовая. Там же «Шальбатрос» чуть-чуть подальше. Ну, дождь прошел, лужи лежат. Фонари в ряд очень красиво горят. Так вот светятся. Чубася, давай вперед. Чуба. Ну давай я тебя взбодрю. Сейчас, минутка будет, шутка. Дурында. Ну вот. Взбодрил, что она впереди меня побежала. Сымитировал наличие собаки. Еще одной. Так. Альбатрос. Никого нема, друзья, никого на горизонте. Ну что и не это не особенно удивляет, потому что времени-то уже 10-й час. Был один человек на набережной, вон там, на берегу, когда Лаки, сказать так можно, нюхала там что-то на пляже. Он был в черной одежде. И его плохо было видно. Поэтому я не заснял. Вот он, Альбатрос. ГРК Альбатрос. Поющих фонтанчиков нету.
не работают. То есть они есть, но, как помните, да, в фильме, видишь, говорит, суслика? Нет, а он есть. Вот так и с поющими фонтанами. Суслика, по-моему, или сурка. Суслик. Вот такая вот петрушка, друзья. Гуляем с Вакухой. Мы уже в начале набережной. Альбатросина. На территории альбатроса, вот сейчас вижу, охрана, ходит человек с фонариком, светит, смотрит ситуацию. То есть охрана зимой работает. Слушайте, давно не видел Дениса. А где он делся? Он вообще в Архипке или нет? Надо позвонить ему, узнать, он там жив-здоров. Он же в Альбатросе работал здесь. Надо посмотреть, что у него на канале творится. Может, он где-нибудь в другом месте. Че ты там сзади идешь, Ваки? Иди впереди. Давай, впереди планеты всей. Как они называются? Черная жемчужина, но, блин, забыл. Как-то называется это место. Ваки, не надо туда лезть, пожалуйста. Не надо. Так, друзья, мы в прибрежку приперлись. Ой, что-то я так выразился. Мы пришли в прибрежное кафе. Совсем по-русски сказал. Бульвар Приморский 1. Крутой адрес у них. Приморский бульвар 1. Ну вот, мы в начале набережной. Друзья, ну вроде прошли уже, прогулялись везде, где только можно по набережной. Если чуть-чуть дальше пройти, то там будет этот самый мостик, который у меня заказан на канале. Будет видео потом про этот мостик. Ну вот такая вот свистопляска. Спасибо, друзья, за интерес к моему каналу. Переходите на канал Валерич. Смотрите мои еще видео другие. Вот, и увидимся с вами уже с утра или ближе к дню. Посмотрим, как выйдем прогуляться. Чубася, туда не надо ходить. До скорых встреч, друзья.